Поехали! Первая команда теней. Начать. Что за машина? О, серьезно? Нужно как-то срезать. Метро! Спасибо, ты лучший. Поздравляем чемпиона и многообещающего пилота! Джейн Сонг, глава совета гонок, мама славного Джо? Он ее давно потерянный сын? Ах, я не смог бы не видеться с мамой. Даже если бы она меня разозлила, я бы справился, правда же? Да, без сомнений. О, мам, оно не твое! Как ты нашла фото? А, в кошельке твоего папы. Я купила ему новый. Ну, классный, да? Что? Это фото, на нем же Джо. Это Джексон, когда он был маленьким. Может, они были похожи? Мам, почему он стоит с директором Сонг? Секрет раскрыт. Джейн Сонг – твоя бабушка. А, ты серьезно? Да, войдите. Вот отчет, как вы и просили. Простите, кое-чего не хватает, но я продолжаю искать. Времени у тебя до конца сезона. Прости, нужно было рассказать раньше. Да. Нас не представили. Папа взрослел отдельно. Он не любит отвечать на вопросы о ней. Я знаю не больше тебя. А они общаются? Нет. И я не могу сказать, почему. Он отшучивается. Стоит заговорить о Джейн. Говорит... Предпочитаю быть загадкой. Лето, дорогая, поторопись или пропустишь рейс. Уже бегу. Пусть этот разговор останется между нами. Ну, хорошо. Так, погоди, но Джо же сказал, что Джейн его мама. Думаешь, соврал ради твоего папы? Ага. Что-то тут не так. Я не понимаю. Так попроси его сказать правду. Только я тут могу быть загадкой. Нет, он обещал маме молчать. Сфокусируйся на финале, Питер. Папа и тренер расскажут все, когда будут готовы. Знаю. Почему бы не спросить об этом Джейн? Давай. Она лучше других знает, как поступить. Хорошая идея. Именно. У тебя ничего не вышло, Бах. Мы сейчас разговариваем в последний раз. Забудь обо мне. Это еще не конец. Мне нужна помощь главного менеджера. Я только узнал. Получается, вы моя бабушка? Ого. Значит, он назвался Джексон? Да. Спасибо, что сказал. А тут мы живем. Это папин фургон. Наверное, он внутри. Я позову его, ладно? Давай. Пап? Ты где? Ты тут? Пап, слышишь? Я кое-кого привел. Похоже, он отошел. Не бойтесь, наверняка он на доставке. Давайте подождем. Конечно. Почему нет? Позвоню еще раз. Он должен ответить. Странно. Наверное, заказов много. Стойте. Вы куда? Итан, не уверена, что время подходящее, но хочу попросить тебя об услуге. Передашь его своему отцу? Джексону. Ты сбежал, потому что увидел нас? Вот, а? Его передала бабушка. Ей жаль, и она скучает по тебе. Да, знаю.
Так, готовы к тяжелым тренировкам? Ты шутишь? Я готов с рождения! А в чем дело? Мы победим ради Джейн. Ради бабушки? Да! Когда я поднимусь получать приз, папа будет рядом, как и Джейн. И наша семья наконец воссоединится. Хорошо! Обещаю вести команду к успеху. Вы заслуживаете воссоединения. Положись на нас! Ребята, вы лучшие! А теперь к тренировкам! Молодец, Метрон. Отлично. Мы зададим жару. У соперников будут ожоги. Завтра нам понадобится твоя суперсила. Тебе бы зарядиться. Согласен? Как скажешь. Поезд отправляется сейчас же. Так, Шенго, Эмбилон, готовы показать, что умеете? Еще как. Наслаждаться видом может не только человек. Метрон, у меня доставка. Присмотришь за фургон? Конечно. Я прекрасно справлюсь, мистер Белл. До встречи. Удачи. О, посмотрите, кто тут у нас. Барон Бах? А ты совсем один. Папа Итана скоро вернется. О-хо-хо. К тому времени нас уже не будет. Ты быстрый, но не достанешь. Не поймаешь. Я его поймал, вы видели? Браво, ты молодец. Я устал. Понимаю. Вы были в ударе, победа наша. Я это чувствую. Метрон? А? Он вышел на улицу? Мы своими силами поймали ядро. Вам это с рук не сойдет. Вот увидите, Итан найдет меня. Я бы на это не рассчитывал, жалкая пародия на робота. За помощь. Ох, не мог же он исчезнуть. Мы обыскали пляж. Его нигде нет. Так, получаю сигнал бедствия. Его похитили и увозят за город. Что? Поехали, быстро! Нужно спасти его. Далеко ехать? Чуть-чуть. Поторопись, он с бароном. Это он! Метрон в центральной машине! Ой-ой, за нами хвост. Что? Как они нас нашли? Бей по газам! Конец! От меня никому не сбежать! Не отставай, несмотря ни на что! Понял! Глупцы! Максвелл, дымовая завеса! Я не вижу! Отходим его! Трансформация! Трансформируюсь! Восстановись! Готов! Хорошо, начнем. Спасательный шторм. Спасательный шторм. Получай. Аплод Шенго. Трансформация. Погоди, погоди! Аргот!
Так странно, как они нас нашли? Не уверен. Может, автометро на передает сигнал? Может быть. Поставь меня! Сейчас решу. О, метрон остановился, он дальше по дороге. О, едем быстро, спасем его. А это что? Не знаю. Дай кому-то команду. Атлон Дженго, ковбойский конь. Ковбойский конь. Назад! Многовато. Точно, почему бы нам их не поджарить? Ладно, ковбойский огонь. Атлон Эмбилов! Спасательный шторм! Спасательный шторм! Убеди великий шторм! Я сам удивился! Безумие! Пора искать Метрона! Верно! А вот и он! Друг! Что случилось? Ты в порядке? Нет! Где же он? Метрон? Метрон! Пришла пора тебе исчезнуть. Куда он делся? Ты нам нужен, Метрон. Ковбой надежды не теряет. Держись. Приветствуем вас на финале гонок роботов по бездорожью. Атлон, вперед!